Современный Шерегеш – это не только место отдыха туристов зимой. Сюда часто приезжают отдохнуть и летом. Удивительная природа и чистый горный воздух манят любителей пеших и конных прогулок. И именно в этом удивительном месте вот уже 10 лет гостеприимно распахивает свои двери девчонкам и мальчишкам лингвистический лагерь «Британика». Побывав здесь однажды, многие возвращаются вновь. Никогда не сидим сложа руки, мы чем-то всегда занимаемся. Мы всегда здесь как сплоченно, то есть... Мы все работаем вместе, командами. То делаем плакаты, то сочиняем, там делаем, врезаем, гуляем, играем. У нас каждый вечер КТД. Ну, то есть с самого утра мы подготавливаемся к КТД. Это очень весело, всякие разные задания. Потом занятия с Майклом. Это весело, мы познаем английский, как бы лучше узнаем его. Майкл тоже веселый. Потом я здесь много друзей нахожу каждый год. Это хорошие ребята здесь, вожатые, классные. За 3 летних месяца в Британике отдохнут, наберутся новых позитивных эмоций порядка 350 девчонок и мальчишек. Дети работников компании «Соя Кузбасс». Отряд вожатых делает все для того, чтобы отдых детей носил развлекательно-познавательный характер. Вместе со своими наставниками дети с удовольствием играют в теннис, волейбол, состязаются в лазертаге, учатся лазить на скалодроме и купаются в бассейне. В лагере активно действуют студии рисования, пения, рукоделия, танцевальная, театральная и юных журналистов. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, мы научились делать оригами, поделки, аппликации разные. Вот сейчас мы собираем камушки, мы их будем мыть и раскрашивать их, делать разные такие вот красивые рисунки на них. Мы занимаемся пением, танцем, на крокодил ходим, на газету делаем. Что еще делаем? Поем, говорила. Занимаемся английским. Свои таланты ребята показывают на творческих мероприятиях. Одно из них специально посвященное 15-летию Суэк и называется Суэк Экспо. Но самое главное, Британика – это лагерь, в котором дети изучают английский язык по уникальной методике погружения в англоязычную среду. Так что, кроме привычных развлечений, у ребят есть возможность подтянуть свои знания английского языка, общаясь с его носителем, преподавателем Майклом Адио. Его неизменный позитивный настрой и артистические способности помогают юным жителям Британики, играя, изучать язык. Yes, Alicia. I can play hockey. You can play hockey on computer. No. Real hockey. Unbelievable. Yeah. Alicia Kovalchuk. All right, dear, that's lovely. Everybody, well done to you. Please clap for yourselves. Кстати, проживают дети в комфортабельных номерах со всеми удобствами. Для них организовано пятиразовое питание. И все вместе это делает каникулы в Британике действительно незабываемыми.